ли мир после пандемии коронавируса? Как я говорил в первой части программы, если продолжится экономический спад, в первую очередь США, мир может поменяться кардинально из-за военного фактора. А если этого не произойдет, если экономический кризис с уменьшением вирусной опасности рассосется быстрее, чем прогнозируют параноики и некроманты? Изменится ли мир технологически, учитывая опыт удаленной работы и обучения, полученные огромными массами людей? Закроются ли огромные торговые центры, потому что люди привыкли все покупать онлайн? Исчезнут ли рестораны, еще более увеличив армию доставщиков еды? Не факт. История Европы знает три пандемии чумы, при которой погибало от 20 до 50% населения. То есть по своим последствиям они были гораздо страшнее того, что происходит сейчас. Это знаменитая черная смерть в 14 веке, еще пандемия в 17 веке и в 18. Но вот что интересно. Практически ни одна такая страшная пандемия не приводила к радикальному и необратимому изменению ни производства, ни технологий, кроме ряда медицинских, ни образа жизни. Не изменялись политические системы, границы оставались прежними, не изменялись основные религии. Главная проблема, возникавшая при этих пандемиях, резкое сокращение рабочей силы, но она решалась высокой рождаемостью. Основными, так сказать, драйверами крупных геополитических и технологических изменений по-прежнему оставались войны за территории, ресурсы и рынки. Если взять историю России, то две страшные эпидемии, чумы в 18-м и холеры в 19-м, также не привели ни к каким глобальным политическим, технологическим или даже культурным изменениям, если не считать только, что во время второй эпидемии Пушкин в самоизоляции в Болдино написал ударное количество прекрасных произведений. И мы уже видим, как крупные предприятия открываются. Главный удар приходится по среднему бизнесу, а вот малый бизнес переходит в тени, работая по клиентской базе, по звонку, в основном за наличные. И даже криминальный малый бизнес продолжает работать. Ему легче. Он и так существовал в довольно экстремальных условиях. Наш специальный корреспондент Виталий Ханин на этой неделе занимался расследованием деятельности контор, которые предлагали услуги посредников в медицине. Бизнес очень доходный и очень некрасивый. Они паразитируют на больных в основном из российских регионов, мечтающих получить лучшую медицинскую помощь в столице. Больной, да еще приезжий, это же такой сладкий клиент для любого мошенника. Он дезориентирован, он боится за свое здоровье и готов платить, чтобы его вылечили лучшие специалисты. Смотрите расследование «Известия» специально для зрители РАН-ТВ. Грязная кухня. На ней люди, которые обещали своим клиентам госпитализацию в любую клинику Москвы. Операторы колл-центра зарабатывали миллионы, перехватывая больных людей до того, как им окажут бесплатную помощь. Я не считаю, что я не выполняла то, что я выполняла свою работу. Этот сайт очень похож на интернет-страницу крупнейшего в России онкоцентра. Если позвонить по указанному телефону, ты попадешь как раз в руки этих людей. По версии следствия, они рассказывали, что без их помощи оказаться в уважаемой клинике невозможно. Так объяснили и Елене Гетти. И она отдала огромные деньги за организацию лечения дочери, удаление опухоли мозга. Но мошенников уже вели следователи, и всю сумму удалось вернуть. Выше на сайт. Там клиника Блохина и был один единственный номер телефона. Лечение будет стоить 400 тысяч рублей. Ну, а вы знаете, я в шоковом состоянии, конечно, я заплачу. Они назначали встречи в поликлинике при онкоцентре, пользуясь тем, что вход свободный. Здесь же подсовывали договор и забирали деньги. Потом обещали сопровождение, вот только никакие связи и не были нужны, чтобы пациенты попали на лечение. Мошенники утверждали, что без их помощи во время пандемии пациентов просто не госпитализируют в онкоцентр. Именно за это и требовали сотни тысяч рублей. Хотя по факту вся их помощь заключалась в том, чтобы объяснить, в какую очередь встать в регистратуре или чтобы подсказать, где находится тот или иной кабинет. В центре Блохина обнаружили лжепосредников после того, как один из пациентов пожаловался на стоимость бесплатной услуги. Врачи сообщили директору, тот вызвал службу безопасности. Они предоставляли договор, ничем не подкрепленный, практически Филькина грамота, а не договор. Получали денежные средства в наличной форме, не предоставляя ни чеков, ни квитанций. Несколько месяцев по камерам наблюдения искали людей, которые регулярно появляются в поликлинике, но кабинеты врачей обходят стороной. В итоге задержали сначала двоих мужчин при попытке получить объемные конверты, а затем их сообщников. Порядка 6 человек сейчас, которым помогли написать заявление в правоохранительные органы. Ну вот, есть люди, которые просто не знают еще. Власть борется с простыми людьми, а не с мошенниками. И это понятно. Понятно и то,
что вирус не приводит к изменению границ. Тут я с Добровым согласен. Но военный-то фактор из-за чего возникает? Из-за того, что людям после пандемии, карантина нужны ресурсы или биоматериалы для опробования вакцины. И это последствия войн и эпидемии раньше решалось высокой рождаемостью. Но в эпоху Child Free этого не будет. И мир изменится. Он уже изменился без всякого на то военного фактора. А пока что передохнем до осени, где вторая волна вируса сметет всех и вся и изменит мир благодаря, конечно же, Биллу Гейтсу и его чипированию на жидких кристаллов. И мы начинаем Добров в эфире. Сейчас я посмотрю запись. Так, запись идет, отлично. Идет запись, хорошо. Значит, Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве. Очевидно, здесь была дана команда из Кремля, что, мол, хватит, Сергей Семенович, завязывайте с коронавирусом, у народа и так терпения уже не осталось соблюдать все эти ограничения, а нам, то есть Кремлю, нужна позитивная повестка дня. Поэтому мы считаем, что постепенно пора выходить из карантина, даже если коронавирус не побежден. Но, грубо говоря, народу нужен пряник, чтобы он окончательно не завопил. И Москва, как столица страны, должна подать всем пример. Так что, Сергей Семенович, смягчайте меры. Такое было дано ему указание из Кремля. Вот Собянин и подготовил смягчения. Такие смягчения, что это издевательство, а не послабление. Итак, с 25 мая в Москве открылись 88 центров «Мои документы», расположенных в густонаселенных районах столицы. Но доступны будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. А выйти в такие центры можно будет только по записи. И войти тоже. Также с 25 мая в Москве возобновят свою работу каршеринговые компании. На машину в аренду можно получить только на 5 дней. Это даже меньше недели. И при наличии не только водительских прав, но и цифрового пропуска. В офисы, в эти гигантские бизнес-центры типа Москва-Сити по-прежнему будут закрыты и вход будет запрещен. Впрочем, как и в офисы мелких компаний. Работодатели должны сохранять режим удаленной работы сотрудников. Здесь никаких послаблений. Более того, по новым собянинским послаблениям вводятся и новые ограничения. Так, с 27 мая передвигаться по Москве можно будет только благодаря сугубо московским цифровым пропускам. Пропуска из Подмосковья в Москве действовать не будут. Официально Собянин отметил, что такое изменение необходимо для упрощения одноканальной системы. Но мы-то с вами знаем, зачем это все вводить. Москва хочет ограничиться от соседних с ней регионов. Кроме этого, ношение масок и перчаток теперь обязательно не только в поездах, но и на вокзалах, платформах, в такси-переходах. Действительно, все эти меры – это издевательство над москвичами, и особенно над теми москвичами, которые живут в Подмосковье и у которых
не будет теперь действовать единая пропускная система. А оленевод Собянин в своем репертуаре добила эту новость, то, что Собянин ввел график прогулок для москвичей. И как пошутил справедливо Галкин, теперь москвичи, значит, у которых окна столицы выходят на северо-запад, они могут гулять с понедельник и во вторник. А москвичи, которые выходят на юго-восток окна домов, среду и четверг, а все остальные в пятницу и субботу. Короче, превратил Москву Собянин, ну если не в зону, то в подобие зоны, где разрешили гулять, но только строго по времени. Собянин под сурдинку о смягчении режима самоизоляции ввел новые ограничения. Вот молодец. И как теперь шутят сами москвичи, благодаря послаблениям Собянина можно работать теперь не по 18 часов, а только по 8 часов в день. Собянин заявил, что есть надежда на приближение конца пандемии. И очень ему не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Но разочарование все равно будет. И это как с испанским гриппом в 1918 году в России. Он прошел незамеченным у нас в стране не потому, что его у нас не было, а потому что в этот момент в стране полыхала гражданская война. И было уже не до всяких вирусов. И собянинские хотелки могут смениться реальными анти- или просто коронавирусными бунтами в центре Москвы. Учитывая такие послабления, которые нифига не послабления. Собянин сознательно оставил людей без работы. Его каршеринг на 5 дней не актуален никому. Каршеринговые компании работают на других принципах. Например, автомобиль там на месяц, на 3, даже на полгода, ну и так далее, и так далее. А парки Сергей Семенович продолжает держать закрытыми, дабы больше людей ума лишилось, сидя дома. Такие вот послабления. Хотя на момент выхода программы, возможно, парки и скверы он открыл. Но все равно, после такой весны к терапевту точно надо сходить. Захват заложников в Москве в отделении Альфа-банка. Главное то, что вам надо знать про это ЧП. 23 мая на службу 02 поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает людей в банке в центре Москвы на земляном ошвалу. Взято в заложники 6 человек. Бежали от горя преступника 5 человек. Им удалось самим выйти из банка. Движение по верхней Сыромятнической улице было перекрыто. Захватчик банка вошел в здание с сумкой одного из доставщиков еды и заявил, что сумка DVD-клаба заминирована. Такого доставщика еды в кавычках могли подослать конкуренты из Яндекс.Еды. Конкуренцию никто не отменял. В руках у преступника был желтый пакет. Но я и говорю от Яндекса. Там находилось взрывное устройство. В DVD-клабе опровергли информацию о том, что это был их курьер. Ну и так я и говорю, что он от Яндекс.Еды был. 100 пудов.
Злоумышленник требовал крупную сумму денег у банкиров. Дальше 15 часов и 13, вот главное, что не 14, а 13 минут, начался штурм отделения Альфа-банка. Пиф-паф, пиф-паф. Оперативники задержали преступника. Никто не пострадал. Более того, сам преступник хотел и сдался оперативникам. При этом и спецназ, и сам преступник в этот момент все происходящее транслировали в сеть. Более того, преступник посмел выпить бутылку вина в отделении Альфа-банка. Какой мерзавец! Доказать по всей строгости. И негодяй. Ой, ну прям как самый обычный москвич. Взрывное устройство оказалось булежом. Вот ты подумай. Полиция выяснила, что преступник из другого региона, как он проник в Москву, где действует пропускной режим, и сканирование по QR-коду Собянина непонятное. И это лишний раз доказывает то, что полиция штрафует обычных москвичей за выход на улицу и не следит за подоехавшими. За гостями столицы не следит, да. Мотивы захватить Альфа-банк были налицо. Злоумышленник задолжал банку 1 миллион 808 тысяч рублей. Руководство Альфа-банка поощрит сотрудников компании за то, что они действовали по инструкции. И в основном все сбежали. Главное, чтобы преступник взорвал, чтобы преступник взорвал клиентов банка, но не сотрудников. Вроде бы мотивация у преступника ясна. Но это очень странное преступление. Где бы вы видели, чтобы преступник позволил заложникам сбежать? И почему иногородний бандит приехал захватывать отделение банка в Москве, а не у себя в городе, где и получил кредит? Ясно. Но понятна сама тенденция. У людей работы нет, зарплаты нет, кругом одни штрафы, угрозы и запугивание властей. Поэтому умные с виду люди, которые остались неуслышанными в нашем государстве, берут бомбы, пока еще их муляжи, и идут захватывать отделения московских банков. Тут стоит не поощрять банкиров, а обратить пристальное внимание на Альфа-банк. Репутация-то Альфа-банка не очень. Люди до ограбления этого банка жаловались на то, что банк зачастую спихивает на клиентов вину за свои провалы в сфере безопасности и навязывает бывшим клиентам Альфа-банка, которые с ним решили порвать раз и навсегда, новые кредиты. Так что это вполне может быть пиар-акцией самого банка. И не более того. Тогда все понятно, почему использовали иногороднего типа грабителя банка с муляжом взрывного устройства. Мол, смотрите, сотрудники Альфа-банка даже в условиях чрезвычайной ситуации действуют профессионально. А на самом деле у них ни страха, ни стыда, ни совести. С другой стороны, это история наглядно показала, что нельзя людей удерживать дома так долго, ибо у нас отключаются мозги. И включается преступный умысел. Из-за самоизоляции у людей наблюдается депресняк. Вот они и идут на ограбление банков, чтобы им и нам было полегче. Помните, что обман в Альфа-банке на каждом шагу.
информация по кредиту у них – это ложь. Ложь, скорее всего, и про ограбление банка. Все подстроено. Нет, ну, так реально не грабят банки. А вот подставные грабежи так действительно делают. И так действительно человека могли сотрудники Альфа-банка из Яндекс.Еды натравить на этот банк, чтобы устроить эту пиар-акцию. Так, такая вот история. Неспокойно все равно в Москве. Неизвестные, но уже всем известные люди устроили перестрелку в Москве. Неизвестные нынче в столице. Неспокойно нынче в столице. То банк захватывают, то стрельбу на улице устроят. Но все в строгом соответствии с нормами Роспотребнадзора, естественно. Десятки выстрелов, погони и ранения были в Москве 24 мая, сразу после ограбления банка. Вечером в воскресенье, когда я сам лично гулял в парке, а родители у меня были на даче, возле жилого комплекса Ясный на Каширском шоссе в южном округе Москвы произошла перестрелка. Обычное дело для 90-х. Но на минуточку, у нас уже 2020 год. В конфликте участвовали 8 человек. Участников конфликта стреляли в друг друга из травматов и охотничьих ружей Сайга и Вепрь. Люди бегали по парковке возле ЖК Ясный и стреляли в друг друга. Затем в результате стрельбы один из участников перестрелки получил ранение. Вдобавок к самоизоляции полиция вела план-перехват. Полицейские стрелков объявили в розыск по горячим следам. Удалось задержать 3 из 8 любителей разборок на парковке. Ну что ж, рад, что теперь полиция занялась наконец-таки делом, а не штрафами за самовыгул гуляющих россиян без пропуска москвичей. Полиция реально сработала оперативно. Да, трое — это тебе не вся банда, не все участники, но это хоть что-то, это лучше, чем ничего. Один из задержанников был боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев. К делу подключилась прокуратура города Москвы. Пока непонятно, из-за чего произошел сыр-бор. Но говорят, что это моя лишь версия. Скорее всего, причиной стрельбы стал спор вокруг парковочного места. Но еще раз, это всего лишь моя версия. По версии же «Известий» и, стало быть, «Лентеру», перестрелка произошла на почве дележа похоронного бизнеса, ведь 2 из 3 задержанников работали в бюро ритуальных услуг. Смущает другое. У нас же политическая программа, а не расследование Эдуарда Петрова, например. А в политической части этого преступления можно заметить следующие факторы. Ну, во-первых, как бы кому не хотелось, но вследствие экономического кризиса, вызванный коронавирусом и рядом решений властей, народ стал быдлить на глазах, звереть на глазах. Люди стали спиваться. Столько пьяных, как в воскресенье, я давно не видел. Это следствие карантина и самоизоляции. У народа просто вскипают мозги. И они берутся за стволы. И давай друг друга стрелять прямо на парковках, чтобы все жители комплекса ЖК Ясный видели стрельбу на улицах. И чтобы жителей вдохновить на разборки с друг другом. Факт второй. Вот эти все бойцы единоборств. Спокойное, мирное время. Они бы готовились к боксерским поединкам друг с другом. А теперь все, лавочку прикрыли, спорт запретили.
И эти профессионалы, которые обучены драться на высшем уровне, вышли на улицы наших городов, чтобы и нас же с вами мутузить. Факт третий. Ну, наведите уже порядок в похоронном бизнесе. Один сплошной криминал, и покрывают его чекисты. Надо вообще установить госмонополию на это дело. Ведь какая разница вам будет, в каком гробу вас будут хранить? А живые люди из-за этого в это время будут убивать друг друга. И все из-за того, а как вас лучше похоронить? Только в России это возможно. Тут еще раньше стрельба была в Москве, где пьяный охранник стрелял по простым, по прохожим. В Кузбассе вообще вон из окна люди стреляли друг в друга. У меня в Самаре вынесли 3 магазина «Магнит» ночью. Ну, вынесли, в смысле, понятно, деньги. И продукты. Так что разгул криминала вследствие коронавируса в России налицо. Ну, в общем, в стране царит полный разгул криминала на фоне коронавируса. Да, не такого криминала, как в 90-х, но лиха беда начала. Это произошло, потому что правительство в начале этой нелегкой весны, самой трудной весны за последние года, стало перед выбором спасать людей или же спасать в экономику. В итоге выбрало третий вариант. Спасать только крупных бизнесменов, а мелких лавочников разорять и держать их на карантине. Забавно, правда, что некоторые из этих людей, кто остался не у дел, вообще-то подготовленные бойцы единоборств и могут напомнить о себе в сводках криминала запросто. Так и произошло. Плюс типичная московская специфика. Обратите внимание, стрельба велась приезжими людьми из Оренбурга, Ростова и вообще в широком понимании юга России. Выходцам с гор почему-то все сходит с рук. Но вернусь все-таки к причине этой конкретной стрельбы. Мне сейчас сообщают, что на перестрелке оказалось... что причиной перестрелки оказалось конфликт между сотрудниками ритуальной фирмы Grand Ritual, что причиной стрельбы оказалась разборки между сотрудниками ритуальной фирмы Grand Ritual. Стрельба велась из-за денег, которых руководство фирмы не досчиталось во время проверки деятельности дочерней компании в Москве. Контора родом как раз с Оренбурга, руководит и местный криминальный авторитет Иван Унияд. На поиски наличности в Москву отправили так называемых быков. Ну, то есть сотрудников ЧОПа. Встреча закончилась стрельбой. Ой, как интересно, то есть московский филиал оренбургской компании украл деньги, потом решил избавиться от ревизоров из Оренбурга и началась стрельба. Ну, прям расследование в прямом эфире, хотя это запись. За это все стоит благодарить информатора, непонятно от какого ведомства, но псевдонимом Никос, который мне предоставил эту информацию. Но С, возможно, Следственный комитет, а НИ, значит, Николай. Да уж, оперативно получилось. А теперь эту контору Grand Ritual надо бы прокурорским работникам, конечно, в Оренбурге и проверить. Да, вот так вот. То, что позволено в Москве, не позволено в Оренбурге. То есть, если бы филиал был этой компании, например, в Оренбурге,
то, возможно, была бы драка, но не стрельба, а в Москве стрельба. Да, и это просчет вот этих вот, которых вы сейчас видите на своих экранах, с рацией «Дозор». Как они все это проглядели еще там, в Оренбурге. Банки ввезли в страну рекордный за 7 лет объем наличных долларов. Российские банки в марте массово скупали доллары и евро. Пишут, что об этом Mail.ru со ссылкой на РБК. Так банки защищаются от наплыва вкладчиков, которые также массово забирали из банков валюту на сумму 5 миллиардов долларов. Но не верят отечественные вкладчики в наш сильный рубль. Им доллар с евро подавай. Более конкретно, банки ввозили в страну 5 миллиардов долларов и 2 миллиарда евро. По сравнению с февралем, объем поставок зарубежной валюты в российские банки вырос в 10 раз. И это настоящий рекорд. Так что банкиры могут смело петь песню «Мы назло всем рекордам хотим дать громкие наши имена». Касательно евро и его притока в нашу страну, он увеличился втрое. Но если где-то прибыло, значит где-то убыло. По законам рынка и рубль просел, только за май он опустился на 12 пунктов. Больше всего иностранную валюту в России закупали дочки, то есть дочерние компании иностранных банков и их представитель здесь у нас. Они приобрели валюту, а под валютой подразумевается только доллар и евро, не юань, да, на сумму 400 миллиардов рублей. Это больше, чем кризис 2014-2015 годов. А значит, что правильно будет грандиозный кризис. Центральный банк России вынужден был проводить сделки по упреждающей продаже валютах в рамках бюджетного правила, при котором во время пандемии цены на нефть, а я напоминаю, что цена на нефть упала не из-за финансового кризиса, вызванного пандемией, а из-за разрыва России сделки по ОПЕК+. Так вот, согласно правилам Центробанка, при падении цены на нефть ниже отметки 42 доллара за баррель, Центробанк продает валюту Фонда национального благосостояния. Так что самого фонда, который обеспечивает путинскую стабильность, может быть, скоро и не быть. Чем меньше там в этом фонде денег, тем меньше стабильности в государстве. А там денег на целую страну, ой, как мало осталось. После захвата Крыма, санкций, пандемии и разрыва России сделки ОПЕК+. Помимо продажи фонда национального благосостояния, ну, часть для средств фонда национального благосостояния, Центробанк занялся продажей активов самого передового российского банка Сбербанка правительству России, ну, чтобы Мишустин богател день ото дня. В этот период Центробанк продал валюту где-то объемом аж на 17 миллиардов рублей. Банкам сейчас нужны наличные, и это не просто так, ведь увеличивается спрос клиентов на обменные операции на фоне паники и кризиса. Как в Москве, так и в других городах люди не знают, что им делать в такой ситуации. Но один урок они усвоили хорошо. В любой непонятной ситуации продавай нахрен рубль и скупай доллар и евро. Никакого доверия к отечественным финансовым властям быть не должно и не может. Плюс к этому, даже если есть накопление только в рублях, то снимай их с депозитов. А то мало ли что,
Черный вторник не за горами. Да и на еду деньги нужны в условиях, когда 3 миллиона человек остались без работы, без средств существования. Больше всего россияне сняли деньги со счетов, как ни странно, не в Сбербанке, а в банке ВТБ. Они сняли примерно 2 миллиарда долларов. Для сравнения, в Сбербанке сняли 1,5 миллиарда. Почему так произошло с ВТБ, тоже понятно. Скандал с Наилией Аскерзаде вышел дорого банку, где гендиректор Костин выступает, по сути, в роли богатого папика для журналистки, пропагандистки канала «Россия-24». А репутация в банковском деле превыше всего. Да, самоизоляция, дешевые цены на бензин, но есть еще третий фактор обрушения рубля, помимо самоизоляции и низких цен на бензин. Это Путин и его налог на вклады, который вызвал резкий отток этих вкладов. Ну, грубо говоря, люди не хотели платить налог на вклады, поэтому, когда Путин объявил, что будет налог на вклады, они побежали в банки снимать эти самые вклады. Да, вот это я понимаю. Целая ценовая политика правительства мудрого. Вот это все эксперты надеются, что летом из иностранной валюты, что летом ввоз иностранной валюты закончится, ну, или ну, сократится, ибо из-за коронавируса не будет традиционного спроса и его роста на заграничную валюту перед сезоном отпусков. Но надежды могут и не оправдаться. И вообще неизвестно, что будет сезоном отпусков. Но уже вот видите, что происходит. Доллары и евро скупают массово, а от рубля избавляются. Путин перенес акцию «Бессмертный полк» на день ВМФ. На совещании с Сергеем Шойгу президент Владимир Путин назначил новые даты проведения парада и шествия «Бессмертный полк». Это шествие Путин намерен провести 26 июля в день военно-морского флота вместе с морским парадом. Вот же самое время. В то же самое время, уточнил президент, военный парад пройдет 24 июня. Это связано с тем, что в 1945 году, 24 июня, в этот день состоялся первый парад победы в истории государства. Ну, победы над фашистами, понятно, да? Ну, что ж, по поводу парада тут неудивительно, все у Кремля достаточно логично. Действительно, был такой парад 24 июня 1945 года. Правда, для верховного главнокомандующего он оказался неудачным. Дело в том, что Сталин хотел быть в прямом и переносном смысле на коне перед гражданами Союза. Но на репетиции парада он упал с лошади, и, как вы понимаете, впечатления у него остались не из приятных. И именно поэтому парад 24 июня 1945 года принимал вовсе не верховный главнокомандующий Сталин, а победоносный полководец Жуков. Повторит ли судьбу Сталина в этом аспекте наш дорогой Владимир Владимирович? Ну что ж, поживем увидим. Интрига еще и в том, а будет ли вообще парад. Ситуация с коронавирусом нелегкая. А в регионах что? Ой, я прям так и представляю. Москва, Красная площадь, все военнослужащие в масках. Президент вообще в противогазе.
Для комичности, вместо бронетранспортеров и танков выезжают кареты скорой помощи. Их сменяют автомобили реанимации. И сразу с Красной площади людей увозят в больницы дальше продолжать лечение от коронавируса. Которое распространяется довольно быстро по стране. Но довольно скабрезности, теперь серьезно. Попытка Кремля сделать из парада победы Великой Отечественной войны парад победы над коронавирусом налицо. Но опять-таки, удастся ли это Кремлю? Я сейчас не про парад, я сейчас про победу над коронавирусом. Никто не знает, как новый вирус будет себя вести летом. Да, Путин оговорился, что парад будет, если ситуация с коронавирусом позволит. Ну а что, если нет? Тут можно догадаться, что парад пройдет тогда, например, 2 сентября, в день капитуляции Японии перед союзниками и окончанием Второй мировой войны. Так что есть здесь логика у Кремля, когда проводить парад. А вот шествием «Бессмертный полк» тут все-таки не совсем все гладко. Сначала возникает банальный вопрос, а почему шествие «Бессмертный полк» должно быть в день ВМФ? Да, были и, наверное, еще остались краснофлотцы, которые участвовали в Великой Отечественной войне и так далее. Но почему, например, шествие «Бессмертный полк» не провести не в день ВМФ, а в день танкиста, например? Тоже многие же танкисты, а там вообще на Курской дуге, по сути, были одни танкисты. То есть, ну, как бы не все во флоте-то служили. Кто-то в пехоте, кто-то в механизированных частях. Почему обязательно в день ВМФ? Ну, Кремль, видно, торопится. Понятно. Многие же не на флоте воевали. Не хочу обидеть моряков, но факт есть факт. Другая, более серьезная проблема. 26 июля обычно в этот день бывает жарко. Очень жарко. Многие не выдерживают, сидя у себя дома. Обычно в центральной России в этот день столбики термометра поднимаются до 35 градусов тепла. Не будет ли у неподготовленных людей солнечного удара и сердечных приступов прямо во время солнцепёка и шествия «Бессмертный полк»? Ну, конечно же, будет. Кого я обманываю? Но даты названы 24 июня и 26 июля. Вот вы представьте, самый пик жары. Ну, обычно, да, может быть, какие-нибудь будут исключения, но все-таки обычно в этот день жарко. И люди на солнцепёке с табличками своих родственников идут. Им в голову солнышко так бац! И сердцем тук, и ой-ой-ой. И получается, что люди пострадают даже не столько от коронавируса, сколько от банально солнечного удара и сердечного приступа, вызванного элементарной летней жарой. И это можно было угадать. И шествие, например, «Бессмертный полк» перенести, ну, например, на День народного единства в октябре. Но нет, нет, в самый солнцепёк. Правильно, молодцы, чтобы люди дохли не от коронавируса, а от солнечного удара, а от жары. Молодцы. Однако есть еще одно мероприятие, которое Путин хотел провести весной, да так и не удалось. Это голосование по поправкам в Конституцию. А с ним-то что, Владимир Владимирович? Он про это промолчал, сказав, что да, как-нибудь попозже. Лишний раз доказав нам, что Конституция для президента дело десятое. Вот бы парад провести и шествие. Да, он Конституцию... Он... Президент наш Конституцию ни раз не соблюдал. Но все же ходит слушок о том, что парад победы и голосование по Конституции могут провести в один день, 24 июня, хотя я слышал, что
26 июля, в день как раз шествия бессмертные полка. Но официально подтверждения этому пока нет. А я вновь представлю, как это будет в регионах. Значит, сидят люди такие на самоизоляции и карантине дома. И в один день по команде сверху и по своим убеждениям они вырываются на улицу и идут парадом. Или другая картина. Едет такая техника перед губернаторами, площади пусты, и такое ощущение, что до парада эта самая бронетехника, которая участвует на параде, зачистила всех неугодных простых людей. Так какой же вариант парада будет? Мы с вами узнаем лишь 24 июня или не узнаем вообще. И, кстати говоря, когда же будет голосование по Конституции? Вообще тоже непонятно. Иногда ты ждешь как бы новость, а программу пора записывать. А не говорить о ней или говорить на следующей неделе невозможно, ибо новость действительно важная для без малого всего человечества. Понятно, что мало ли что может произойти, поэтому мы говорим, что вот-вот, или скорее всего, США запустят астронавтов со своей территории. Такого не было лет 20. Я напомню, что программу Space Shuttle остановили в 2011 году, а полеты астронавтов вообще были прерваны после катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003 году. Американцы дорожат жизнями своих людей, и пилотируемых полетов не было целых 17 лет. Но пришел творец, гений, миллиардер, плейбой, филантроп Илон Маск и сказал: ну раз уж у государства не получилось, то у меня должно получиться. И вообще пора открывать эру частной космонавтики. Это, если говорить простыми словами, более детально. После отмены полетов шаттлов НАСА запустила программу по коммерциализации космоса, или как у нас говорят, приватизации. Но то, что у нас после Чубайсов, нехорошее слово, то там в США приватизация космоса – это возможности. Так вот, целью приватизации космоса стало создание недорогих многоразовых космических кораблей, которые доставляли космонавтов на орбиту, но при этом не лезли в карман налогоплательщика. Да вот представьте, например, это в России. Приходит такой Рогозин, глава Роскосмоса, ну, например, к владельцу норильского никеля, бизнесмену Владимиру Потанину, и говорит: вот бюджет Роскосмоса 1 миллиард рублей. К примеру, мы вам дадим 50 миллиардов, то есть половину. Только создайте ракету, которая бы не просто летала в космос, а еще экономила бы средства из бюджетные. И этого у нас быть не может, а там США это есть. Не может этого быть у нас по двум причинам. Во-первых, грандиозные откаты. Варьё на варьё в Роскосмосе живет и варьё погоняет. Они кормятся от денег государства. При этом ничего не создают прорывного. И вторая причина. Олигархи не то, чтобы не хотят вкладываться в российский космос, но опасаются потерять свой бизнес, а то и свободу, из-за того, что, ну вот, например, тебе нужны двигатели с Китая. Ты их заказал, а потом тебе шьют дело за шпионаж, потому что ФСБшники не были в доле. А вот эти вот детали, они будут проходить, которые ты заказал, они будут проходить по делу о том, что якобы это какое-нибудь своеобразное шпионское оборудование из космоса. Такие у нас законы. В Америке это не так.
Поэтому некоторые олигархи сидят на своих нефтяных или никельских приисках и даже не хотят ничего делать для развития не просто страны, а получается и всего человечества. Обратите еще внимание, что Роскосмос ни разу не объявлял никакие тендеры для частников на закупку каких-либо деталей. То есть, в принципе, в России Роскосмос исключает частный коммерческий космос как вид. А космос государственный активно превращается в мусор. Ну так вот, ну вернемся все-таки к шаттлам. После запуска приватизации космоса в США это было не просто приватизация не огульная, а был проведен, естественно, конкурс. Нормальный конкурс, не как у нас коррумпированный. Где по его итогам оказалось в финале две компании. Собственно говоря, SpaceX, Илона Маска и Boeing. Со своими разработками кораблями Dragon, соответственно, а у Боинга КСТ-100. Но правительство США выбрало Маска, ибо у Боинга есть авиационная часть, на которую уходит больше времени и сил, чем на космос. В то время как Илон Маск и его корпорация занимаются исключительно космической тематикой и все, что с ней связано. Тут еще интересно то, что SpaceX планирует сажать свои корабли на не на аэродромах, как шаттлы сажали, а на платформах в Тихом океане, где уже сейчас барахтаются неудачно запущенные корабли Роскосмоса. Что называется, назло врагу. Когда отменили запуск, злорадные расисты, патриоты России, очень улыбались и говорили, так и надо, вот из-за грозы якобы отменили запуск. Но это лучше, чем если бы не отменили запуск, а корабль потом взорвался. И вот наш губитель отечественной космонавтики Рогозин тут же заявил, что полеты на союзных после прерванной программы шаттлов были унизительны для США. Унизительно или нет, но Штаты просто искали способы, как все-таки не останавливать полеты своих космонавтов на орбиту Земли. Самое унизительное это построить космодром Восточный, но так людей с него не запускать в космос. Вот это действительно унизительно. А рано или поздно корабль Dragon, дракон, полетит в космос. И, конечно, мы пока не знаем, что из этого выйдет. Возможно, к сожалению, будет какая-нибудь катастрофа. Это неизбежно. Но попытка сделать космос менее затратным у США это налицо. А у Роскосмоса ценники на космическую программу взлетели до 60 миллиардов долларов. Ну и в условиях кризиса, в условиях пандемии, где люди остаются без работы, угадайте, какая программа выглядит перспективнее? Ну, конечно, по удешевлению космоса, ну, полетов в него. Даже если авантюра Илона Маска окончится неудачей. Не хотелось бы в это верить. Верим, что полетит Dragon. И верим, что МКС. Просто программа записывается чуть пораньше. Но к моменту выхода мы уже, наверное, будем знать, там могут еще, понятное дело, отменить запуск. Ну,
Посмотрим, что еще сказать. Нам все врут. Россияне не верят в угрозу коронавируса, потому что не верят власти. Ситуация грозит выйти из-под контроля. Касательно именно борьбы с коронавирусом, она уже вышла из-под контроля власти. Власти разрешили под давлением своих граждан выходить им на улицу. Пусть в масках и перчатках. То есть, свыклись с мыслью о том, ну пускай вирус гуляет по России. Главное, чтобы на площади люди не собирались с протестами. А так пусть гуляет. Но тогда все апрельские ограничения, ограничительные меры, коту под хвост. Сейчас люди так нагуляют и нагуляют вирусы, что потом их откачивать придется. Действуют, как всегда, полумерами. Власть не может выбрать, что им спасать, экономику, либо людей. Либо до конца сидим по домам до полной победы над коронавирусом, либо пусть открываются рестораны, бары и все. Вот поэтому-то россияне не верят в коронавирус. Ибо действительно толкают. Ибо действительно, если они понимают, что если бы ситуация была бы более серьезной, то давно бы власть вела режим ЧС, ЧП, а то и химвойска в города. Что смущает еще людей. Действительно не доказано, что сидение дома хоть как-то спасает от вируса. От заразившихся, да, но не от самого вируса. Власть, как всегда, ничего не стала объяснять гражданам, а просто заперла по домам. Что значит объяснять? Поясню. Провести трехчасовую, например, не меньше, пресс-конференцию, но не с Путиным, а с главами Роспотребнадзора – раз, главой Минздрава – два, службами разведки, так как вирус произошел из Китая – три. И не в 2 часа ночи у Познера или Соловьева, а в прайм-тайм. Ну, например, кстати говоря, на РЕН-ТВ, да. Шум, который сейчас связан с коронавирусом, считают россияне, неадекватен мерам, так как уровень смертности от коронавируса в России достигает 1%. Но мы с вами знаем, почему этот 1%, да? Потому что смерти записывают как раз-таки на инфаркты и инсульты. А не над коронавирусом. Но, тем не менее, инфаркты и инсульты тоже, конечно, вещь серьезная, и никто не отменял. И вот это как бы люди на подсознательном уровне чувствуют, что власть мошенничает с данными, что кругом врут. С другой стороны, сами эти люди, которые не доверяют властям, которые кричат, что они нам все врут, зажрались, потому что они привыкли там ездить по курортам, по разным спамам, вот и подхватили вирус. Просто мы привыкли, что от вируса есть лекарства, врачи знают, как лечить. А от COVID-19-то нет лекарств. Сегодня говорят, что надо лечить через искусственную вентиляцию легких, а завтра, что через эти самые антибиотики, а послезавтра что скажут? Лечить дозами электрошока? Этот вирус постоянно видоизменяется. И вот в чем его реальная опасность-то. Хотя, да, правительство просто уткнулось в статистику, а надо было уткнуться им в науку. Но власти ее благополучно распилили.
И Россия еще видит в этом подвох. То есть, значит, власти оперируют статистикой. Да не статистикой в этом нужна, а нужна серьезная фундаментальная наука, как медицинская, так и бактериологическая, ну и так далее. Но все-таки, почему россияне не верят властям? Потому что они не видели массово, своими глазами, не по телевизору, потому что к телевидению доверия нет, а своими глазами заполненные больницы, полностью заполненные больницы под завязку больными от коронавируса. Сейчас это наблюдается. Тут я не согласен с теми, кто говорит, мол, что под коронавирус власти нашли повод запретить выходить на улицу, дабы не случилось каких-нибудь грандиозных митингов, как летом прошлого года. И если было бы это так, то все-таки парад бы провели 9 мая. А так, видите, власти сами наступили на свое горло и были вынуждены даже отменить парад 9 мая. Так что ситуация, может быть, она не такая серьезная, действительно, как с испанским гриппом, как там у нас со СПИДом, например. Но и не шуточная. Коронавирус по сравнению с испанкой может быть действительно слабенький. Но, как мне кажется, власти всерьез и надолго разрушали медицину. И Россия оказалась полностью не готова к новому вирусу. Поэтому власти знаменитые и заявили, что гулять можно, но нельзя. И у людей, конечно, вызывает раздражение. И люди же не верят ни подлинным фактам властям, ни даже когда они говорят правду. То есть напугал не вирус, а не готовность что-либо ему противопоставить, плюс репутация наглых врунов. Поэтому россияне не смогли поверить властям, что с коронавирусом шутки плохи, что он действительно серьезный. И вообще, действительно, первые зараженные, они же вирус к нам привезли из Италии, из Китая. То есть эта болезнь началась почему? Потому что богатые люди летали в другие страны, а не были в самой России. А те, кто в России живет, не то, что они там не болели вирусом, но болели поменьше, чем те, кто ездил по всяким там странам. Почему так происходит? Наверное, потому что люди, у которых нет средств на загранпутевки, путешествуют по родным краям, по лесам, по горям, по морям, а там родные... Наши болезни, от которых есть лекарства, например, энцефалит, потому что клещей развелось очень много, и поэтому люди не верят властям. Они даже с клещами-то не могут побороться. Какой им там коронавирус, еще главное, коронавирус, то есть главный вирус подавай. Как они могут с этим справиться? Ну, заперли по домам, чтобы тупо не выходили люди на протесты. Вот так думают россияне. И поэтому они заявляют, что людям врут. Касательно, что вот врут, что вот коронавирус не такая серьезная угроза, тут все-таки угроза серьезная. Угроза, еще раз, не из-за коронавируса вовсе, а из-за того, что разрушили медицину, это раз, и науку разрушили, что никак не могут создать лекарства, это два. Поэтому, сидя дома, не заражавшись, россияне думали, да все нам врут. И выходят на улицы. И вот последствия выхода на улицы и смягчения ограничительных мер мы узнаем осенью. Когда, по прогнозам специалистов, будет вторая волна пандемии гораздо более мощная и серьезная, чем сейчас.
была весной. Так что готовьтесь к трудным испытаниям осенью. И еще власти-то думали, что вакцина есть, а нет, даже премьер-министр заболел коронавирусом. Если это все, конечно, не пиар-акция. То есть даже те люди, которые имеют доступ к самой передовой медицине в России, не смогли себя спасти от коронавируса. Единственный, кто себя сам спас, это наш дорогой Владимир Владимирович, который свесил лапки и остался в своей резиденции в Новоогарёво. Но правда, в таких хоромах, конечно, можно и лет 15 жить в самоизоляции. Подведем итоги этого не рассуждения. То, что власти врут, это так. Подтасовывают результат смертности по коронавирусу, это да. В то же самое время нельзя сказать, что коронавирус это действительно серьезная угроза. Но коронавирус может побудить другие болезни, гораздо более серьезные. Все в мире взаимосвязано. И вот это действительно реально страшно. То есть это не то, что там смерть от коронавируса списали на сердечный приступ. Нет, было доказано, что действительно коронавирус подстегивает другие болячки. И они тоже могут быть видоизменены. И тогда лекарств не будет вообще ни от чего. Ну да, опыт Советского Союза, опыт Российской империи подсказывает, как наши власти хорошо врут. Властям надо всерьез задумываться, ну не то, что от доверия к себе, ну хотя бы пусть это будет пиар-акция, но хотя бы пусть проходит тест на детекторе лжи. Да, я понимаю, что это будет тупая пиар-акция, но хотя бы хоть что-то. А так, говорить о том, что вирус опасен, не опасен, должны действительно специалисты. Но не глава Роспотребнадзора, а глава, например, Российской Академии Наук, потому что Роспотребнадзор занимается не только санитарно-эпидемиологической ситуацией, но у них еще есть и другие функции. А вот все-таки Российская, там, например, Академия Наук, ее медицинский филиал, они все-таки напрямую должны, по крайней мере, заниматься вирусом, и они должны разъяснять, что к чему. А так, нет даже мнения по поводу того самого вируса в экспертной среде, и вот люди понимают, ага, значит, если там вирусологи спорят с властями, власть спорит с вирусологами, то веры нет, и поэтому все врут, вообще заврались все, вся и все. Вот такое вот было добро. На сегодня хотя бы освещались, в принципе, 3 минуты. Ну, а теперь по личным новостям, конечно же, солнышко пригревает. Был, как я уже говорил, в парке. Еще нельзя пока купаться, но народу на набережной у меня в городе было много, и все социальную дистанцию не соблюдают. Был также и в песчаном карьере. Не в области, об этом можно найти видео на моем канале. Как себя поведет вирус? Не знаю. Да, смотрел, кстати, еще это самое, чемпионат Германии без зрителей, там возвращают спорт. Наш чемпионат Германии реально интересен. Он входит в топ-5 чемпионатов, то вот вы представьте, просто наш российский чемпионат без зрителей. Кому он нахрен нужен? Хотя это лучше, чем вообще ничего. Такие вот дела. Ну, что же еще-то такое рассказать, чтобы еще вот на 30 секунд. Короче, столкнулся с такой проблемой, как территориальные споры вокруг моей дачи.
Соседи нагло хотят отжать часть моей собственности. Ну что ж, пойду с ними повоюю. Мы, короче, подали на соседей подачу в суды. И сейчас будем выяснять, чем оно все дело закончится. Но это тема, как вы понимаете, для отдельного разговора. Все, спасибо за внимание, пока.